День сотрудника органов следствия отмечается сегодня. В этот день, 25 июля 1713 года, был издан именной приказ, указ Петра I о создании следственной канцелярии гвардии майора Волконского. Накануне праздника в Анадыре состоялось заседание коллегии окружного следственного управления Следственного комитета. На ней обсуждались итоги уже проделанной работы и предстоящие задачи. Свой профессиональный праздник отмечают сегодня сотрудники Следственного комитета, в зону ответственности которых входит расследование тяжких и особо тяжких преступлений. А накануне в Анадыре в Следственном управлении округом прошла коллегия по итогам работы в первом полугодии и задачах к реализации на второе. Как было отмечено на заседании, за 6 месяцев на территории округа поставлено на учет на 4,8% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде прошлого года – 447. Снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество расследованных следователями управления тяжких и особо тяжких преступлений с 28 до 26. Итоги неплохие. На прежнем уровне осталось количество уголовных дел, направленных в суд. Мы хорошо поработали с возмещением ущерба, совершенного преступления, взыскаемостью этих, так сказать, средств. Не было допущено незаконных задержаний граждан, арестов, не выносилось судами оправдательных приговоров. Это я считаю большим достижением. Как было отмечено на коллегии, в этом полугодии следователями Следственного управления разрешено порядка 400 сообщений о преступлениях. Более 50 уголовных дел направлено в суд. И в конце коллегии прошло награждение и поощрение лучших следователей. Лучшим по работе за полугодие признан Иультинский межрайонный следственный отдел. Я хотел бы поздравить с профессиональным праздником всех следователей, которые сегодня трудятся на этом нелегком участке работы. Сегодня 3 ведомства проводят предварительное следствие по уголовным делам. Это следователи Министерства внутренних дел, органов безопасности и следователи Следственного комитета. Их работа незаметна, но важна для общества. Поздравляю всех с профессиональным праздником, желаю успехов в работе и благополучия в семьях. Закон о Следственном комитете Российской Федерации вступил в силу 15 января 2011 года. Выделение Следственного комитета из системы прокуратуры позволило создать необходимые условия для эффективной реализации полномочий прокуроров по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, усилению их взаимодействия, а также повысить объективность следствия, обеспечивая тем самым законность в сфере уголовного судопроизводства и соблюдение конституционных прав граждан. Антон Кучин, Арсений Гусев, Вести, Чукотка.